Люди, які бажають щось зробити, мають технологію, яка здатна легше достукуватись до цільової аудиторії. Це може бути на стику культури, технології та медіа. Це може бути якась креативна кампанія, це може бути якась ініціатива по створенню структурованого бізнесу, яка в будь-якому випадку мультидисциплінарна, або тобто, відносно тих проєктів, які є. Для того, щоб рости, потрібна спільнота приблизно таких ініціатив, які мають схожі проблеми. Коли люди мають схожі проблеми, вони легше об'єднуються, вони легше допомагають один одному, і ми очікуємо, що самі стартапи, які мають проблеми, між собою перезнайомляться і будуть далі взаємодіяти. І ми очікуємо, що вони зможуть сконтактувати або перейняти досвід більш потужних медіа. І така ціль є, власне, цього хакатону. И еще здесь написано, что будут работать над созданием новых медиа. Что такое новые медиа? Існує таке явище, як тренд-вотчинг. Це дослідження трендів в технологіях, які виникають зараз або плануються виникати в майбутньому. Одна з них – це віртуальні технології, технології віртуальної реальності або зміни реальності. Ми очікуємо, що на хакатоні будуть представлені проєкти такого темпу, такого типу. І по прогнозам аналітичних компаній, ринок віртуальної реальності в світі буде оцінюватись там біля 150 мільярдів доларів. І, можливо, Харків буде зацікавлений в тому, щоб працювати над розробками цими тут для світової спільноти. Також існує такий напрямок, як future media, тобто як завдяки технологіям, які можуть бути на поєднанні big data, тобто великих даних, на поєднанні обробки статистичних даних, працювати з інформацією, перетворювати її в медійні якісь інструменти для масової комунікації. І ми оцінюємо, що на стику креативу, культури і технологій люди будуть здатні реалізувати свої бажання на цьому хакатоні. Дарья, давайте перейдем к вам. Вы одна из организаторов этого мероприятия. Расскажите о своей роли. Хочу добавить немного контекста и рассказать о том, что мы в феврале были в Берлине и как раз посещали несколько радио- и телекоммуникационных компаний, которые делают достаточно качественный продукт в Германии. И когда мы вернулись в Украину и сходили к нашим знакомым медиа, мы, к сожалению, увидели, что многие из них не имеют в собственности такого оборудования, как имеют в собственности наши коллеги. И, к сожалению, качество продукта, которое они предлагают на рынке, существенно отличается от зарубежных аналогов. Мы подумали, что с этим делать, и наша решимость провести медиа-хакатон крепла на этом фоне, потому что сама идея появилась где-то в октябре еще 2016 года, но ушло и уходит очень много сил и времени на то, чтобы подружить между собой медиа, которые существуют, познакомиться со стартапами, которые работают, да, на таком низовом уровне, только разрабатывают свой продукт и еще не разработали, например, маркетинговую стратегию для их продажи, ну вот этих продуктов. И наша цель – это поддержание развития независимых медиа в Украине, такая глобальная. Нам посчастливилось, что была возможность изучить, как работает эта система за рубежом. И нам очень хочется поддержать наши молодые стартапы, которые делают классные продукты на этом пути. И чтобы то, что они предлагают рынку, действительно было высокорентабельным и интересным, как в Украине, так и за рубежом. И хочется также отметить, что мы очень открыты всегда для сотрудничества и замечаем, что многие люди готовы уже работать на макроуровне, да, там на уровне государства или региона, но мало кто готов проводить такую полевую работу и вкладывать очень много сил и энергии в то, чтобы поддержать людей, которые делают что-то существенное и качественное своими руками. В основном, да, мы знаем инвесторов, которые смотрят на уже те продукты, которые и так, в принципе, готовы выходить на рынок, и только потом их начинают поддерживать с финансовой точки зрения, потому что несут меньшие риски. Наша задача – создать такую атмосферу, да, такое пространство, в котором люди смогут дорасти в течение 48 часов, чтобы быть эффективными на рынке. Это та задача, которую мы ставим перед собой. Конечно, это будет происходить с помощью менторов, наших хороших партнеров. И мы часто шутим, что для проведения медиа-хакатона в Харькове мы выбрали самое неподходящее место, потому что это театр Арабески,
Нам предстоит еще очень многое. Почему неподходящее место? Потому что выбрать помещение, где нет строительного мусора, где есть достаточное количество туалетов и забрендированное пространство, было бы намного легче. Арабески мы выбрали именно потому, что это украинский независимый театр, и мы хотим также поддерживать и развитие культуры в Украине и работать над тем в стратегии, чтобы украинская культура получала достаточное финансирование, а те продукты, которые предлагают наши театры, были интересными, и люди были готовы за них платить. Поэтому мы выбрали этот театр и уже в течение 2 месяцев проводим переговоры со всеми людьми, которые будут долучені до цього процесу. Почему? Мы смотрим на проведение хакатона как на проект партисипативного участия. То есть на нашу точку зрения, чем больше людей внесут туда свой вклад, речь не идет о деньгах, и речь не идет о каком-то репутации или имидже. Речь идет о том, чтобы люди нашли возможность вложить свое время, энергию в создание общего продукта, дружелюбной атмосферы, в которой можно будет легко вырасти, найти новых друзей и коллег. И в том числе наша цель — это формирование экосистемы, которая будет готова принять новых участников и содействовать развитию и медиа, и культуры. То есть это даже больше про такой громадский активизм, но с бизнес-составляющей, и про переход стартапов на модели бизнес-эффективности. А кто может принять участие в хакатоне и как это сделать? Обязательно расскажем. Так получилось, что мы очень много работали, у нас на данный момент достаточно много партнеров, хочу зайти с этой стороны. Нас поддерживают как Интертелеком, так и Честно, и мы разрабатываем в том числе составляющую тренингов для журналистов по подготовке, написанию материалов, которые уверены, что сами тренинги будут достаточно качественными, и журналисты на выходе смогут опубликовать свои материалы в хороших изданиях. Также мы сейчас активно работаем с Прорезни, студией 42, Pixelate Realities и IDP Business Space. Это наши партнеры, которые нам помогают своим существенным вкладом в проведение медиа-хакатона. И информационные наши партнеры — это Fakin Decor, Харьков Обсервер, Накипело. Спасибо вам большое за пресс-конференцию сегодня, наше сотрудничество. Громадский Харьков, IT-сектор, Харьков Today и Люк. Это те компании, с которыми мы работаем, они будут участвовать как информационные партнеры или в качестве кто-то ментора, кто-то будет обеспечивать стрим. Мы приглашаем всех людей, у которых есть идеи по развитию медиапродуктов, идеи или уже какие-то прототипы, которые они готовы доразвивать в течение 48 часов. И приглашаем менторов, которые хорошо ориентируются в этой теме. Но также мы открыты для людей, которые просто хотят нам помочь с проведением мероприятия. Например, мы запланировали очень классную вечеринку потом, чтобы отметить наш прорыв в сфере медиа. Но мы, конечно, хотим, чтобы вечеринка была такая вот про дружбу, и взаимодействие. И просто нам нужны люди, которые готовы инвестировать свое время в создание классных вещей. Вот. Это платное мероприятие или бесплатное? Мероприятие это платное для участников и участниц. Почему? Потому что мы очень хотим кормить людей, которые к нам придут. И накормить 80-100 человек достаточно сложно, поэтому это такая самоокупательная система, в которой мы не получаем прибыли. Просто люди платят за то, что они покушают в течение 48 часов. У нас стоимость участия для участников и участниц составляет 200 гривен, если человек регистрируется один, и 400 гривен, если они регистрируются командой. Командам просто мы отдаем немножко приоритет, ввиду того, что команды предполагают, что у них есть уже продукт, синергия, они понимают, над чем они будут работать. И те люди, которые придут одним, просто присоединятся или создадут свои команды. То есть у нас будет такое ядро стартапов, которые уже сейчас есть, и потом пул людей, которые являются экспертами или хотят прокачать свои навыки и поработать над своей экспертизой в той или иной сфере. Скажите, мероприятие в течение 48 часов, оно будет бесперерывное? У нас запланировано ряд мероприятий, в том числе тренингов, дискуссий, лекции от менторов. Те основные этапы, которые бы хотелось сегодня озвучить, мы начинаем на самом деле 28 апреля с такой небольшой дискуссии, со знакомства и
с поздравлений, да, с тем, что люди к нам пришли, участники и участницы, с лекцией и небольшой такой вечеринки, на которой мы вместе познакомимся. 29 апреля мы начинаем уже в 9 утра, прямо с утра. Потом у нас в 12 будет формирование команд, презентация, потом команда у нас работает и презентация прототипов в 8 часов вечера. Потом команды у нас продолжают работать. Хакатон у нас работает ночью тоже. Тут хочется отметить, что, конечно, хакатон не предполагает длительного сна, да, там с 29 по 30 апреля. Но если такая потребность будет, то участники и участницы могут отлучиться, немного отдохнуть и вернуться. Конечно, запрета на это нет, потому что права человека – это самое важное, что может быть, и право на сон в том числе. Но вот мы предполагаем, что команды презентуют свои прототипы, ночью продолжают над ними работать, и уже 30 апреля в 12 утра презентуют свои решения. На эти решения смотрят судьи, потом команды могут еще доработать, да, свои прототипы. И в 18 у нас будет закрытие, и в 20 такая вечеринка. Ну, тут хочется сказать, что мероприятие не является закрытым, по сути, и люди, которым интересно посмотреть на процесс или помочь чем-то, то они всегда, конечно, могут прийти и пообщаться с теми людьми, которые будут там работать. Елизавета, давайте перейдем к вам. Вы будете одной из участниц, насколько я понимаю, да? Да. Расскажите о своей инициативе, собственно, что хотите на хакатоне сделать. Мой проект начинался как «я хочу это сделать, и я сделаю». То есть это не рассматривалось как что-то глобальное, просто я хотела это сделать, и все. И потом рассказывала друзьям: «О-хо-хо, я сделала передачу, послушайте мою передачу». Вот, и только, ну, и постепенно, совершенно ничего не планируя, этот проект... А в этом проекте я потом начала писать журналисты, что я медиа начинающий стартап. Потом Сергей пригласил, я смотрю, к тому, что я делаю, и люди начинают относиться серьезно. Это очень лестно. Вот. Я как бы как участник хакатона, вот как ребята ранее заметили, что мой проект на уровне до разработки маркетинговой стратегии. И но у меня уже есть контент, это аудиопередачи, в которых я рассказываю о культурных ценностях или о ценностях человеческой жизни с музыкой, песнями, танцами и шутками. Вот, и я уже сделала 9 таких передач, я запустила сайт, и теперь можно меня найти всем, кому интересно, в пространстве интернета и послушать, что же там Елизавета рассказывает. Вот. Но мне бы было очень приятно, если бы, как бы, знакомясь с участниками хакатона, общаясь с менторами, для меня бы стало виднее направление динамики развития проекта дальше. То есть технически, инженерно я, допустим, в каких-то направлениях разбираюсь, но вот с маркетингами, стратегиями и о том, как такой проект может расти дальше в современном мире, потому что до того, как я его запустила, его не было, и, в принципе, сейчас развивается, как Сергей рассказал, прослойка интересных проектов в интернете, и было бы интересно поучаствовать в этом процессе в принципе, потому что мне это очень-очень-очень интересно. Спасибо. Вот. Анастасия, расскажите о своей роли в хакатоне. Как раз в хакатоне, в общем-то, у меня проект немножко как бы не медийный, то есть он больше связан с культурой. Сергей пригласил меня как пример, чего могут делать программисты в культурной и социальной сфере. Чуть ближе к микрофону, можно? Да. Вот. То есть на хакатоне я еще не уверена, буду ли я участвовать, потому что, в принципе, проект мой действительно как бы не совсем медиа. Это речь идет об интерактивном музее, да? Да, это музей, вы назвали про слова, то есть это не про слова, это про слово ком. Есть у нас такой дом, будинок слова, вот, это про него. Получилось так, что я в нем живу с 5 лет, вот, и до недавнего времени, в принципе, я как бы знала, что там приблизительно происходило, вот, ну, так особо не задумывалась, знала, в чьей квартире я живу, вот, ну, и на самом деле как бы все. А тут вот
Год назад, в августе, был Галиция Культ, я думаю, что многие слышали, когда к нам приезжали в Авиане, и вот у них были разные резиденции, в том числе архитектурная резиденция. И в качестве объекта архитектурной резиденции был будинок Слова, дом Слова. Они ходили, изучали его с разных сторон, общались с мешканцами, в том числе со мной тоже. И вот как-то они запустили какой-то уже процесс. А потом была дискуссия, в которую я влезла на Facebook. Дискуссия это была среди культурных людей, экскурсоводов города Харькова, и они обсуждали, вот, что проблема такая в TripAdvisor, самые наши культурные там, места, как Лид-музей там, и галереи и так далее, что они где-то там внизу, а вверху ну, какие-то очень такие попсовые места. Ну, в принципе, оно и понятно, что попсовые будут выше, да? но вот как бы я в эту дискуссию влезла и говорю, да вы что, считаете, что Харьков интересен иностранцам? Там было про иностранцев, ну, TripAdvisor, он больше как бы про иностранцев. Ну, в принципе, наши туристы тоже. Ну, а они меня как бы там, конечно, заклевали, потому что сказали, что я невежда, и вообще я свой Харьков не знаю, и я плохой представитель города, потому что я вообще как бы такое тут пишу, что город наш не интересен. Ну, а я говорю, ну куда вы там, где Нью-Йорк, где Харьков, о чем речь? И, ну, как-то вот меня зацепило, и я такая, ну, как-то вот там прозвучало про будинок Слова, а я тут живу. Они, а вы, наверное, и не знаете вообще, кто там жил и вообще, что там происходит. Я говорю, ну, конечно, не знаю, да, все, давайте. Ну, а потом как-то вот как-то оно все вертелось, и я там же прям в этой дискуссии предлагаю, давайте сайт сделаем. Ну, они обрадовались, говорят, ну, делайте. Вот. Ну и ко мне пришли из Лид-музея, то есть мы как бы сотрудничали с сотрудниками Лид-музея, с Ольгой Черемской и Мариной Куценко. Вот, они мне предоставили первую информацию как бы по жильцам, вот с нее я как бы начинала. Ну и идея моя была какая? Я на самом деле как бы вот до сих пор нахожусь в декрете, то есть я как бы вот немножко в таком свободном плавании. Вот, и я получилось так, что вот я подумала, ну, как бы 1.5-2 года войти, это уже как бы начинаешь выпадать. То есть мне надо было как-то вот какое-то что-то промежуточное, чтобы я вот из декрета вышла. Вот, то есть я решила, что этот проект, это как раз будет моя вот эта вот тренировка, а потом я пойду работать. Ну и получилось, что я задержалась надолго. И тренировка моя как бы, ну вот скажу честно, что технологически пока проект не очень как бы технологичен, но он достаточно важен с точки зрения культурной. И вот то, есть то что уже сейчас есть, оно уже как бы в принципе там достаточно все интересно, и ну, многие люди уже как бы, которые в принципе связаны с культурой, они посмотрели, ну конечно, не еще охват аудитории не такой большой, но в принципе часть людей Харькова его уже видела. Вот. И получилось так, что вот осенью я начала копать сама. То есть вот как бы получилось, что сотрудники Лид-музея были немножко заняты, а мне как-то хотелось этим всем интересоваться, и оно меня настолько захватило, что я просто вот в него ввалилась, в этот проект. И очень долго вот, то есть я находила разные источники, там есть диссертация англоязычная Ольги Бертельсен, есть еще Наталья Дукина пишет про дом, есть, ну, то есть есть несколько источников, ну, помимо там какой-нибудь Википедии, в которой все написано, абы как, вот, и как бы я поняла, насколько вот, ну, то есть для меня это был как детектив, с одной стороны, с другой стороны, конечно, страшный детектив. И вот мои как бы эти искания, они вылились на текущий момент вот в таймлайн. То есть это вот такие слайды, которые привязаны к датам, и он довольно объемный. То есть там все репрессии есть, то есть ну, практически там, может, парочку я упустила еще добавиться. Вот. И там вот по годам все полностью, что происходило, история довольно интересная, то есть там многие как бы моменты, которых вот как бы в интернете вы их не найдете. То есть это вот, ну, в интернете очень много статей, которые они друг друга копируют, то есть одно и то же в принципе, а там будут вот такие вот детальки, которые в принципе интересны. Он еще сырой, и это писала я. Я как бы там есть и ошибки, и там какие-то грамматические, допустим, и может быть где-то там нужно перепроверять. Я очень надеюсь, что дальше к этому проекту подключатся историки и филологи. Вот эта версия, она только
первая, скажем так, нулевая, это только начало. Я планирую дальше как бы уже сделать действительно технологическую версию, интерактивную, где будет красиво отображаться, кто где, в какой квартире живет, информация о них, и дальше очень хочется, чтобы это наполняли уже люди, которые в этом всем соображают. Вот. Ну, вот такой вот как бы проект получился, и дальше, надеюсь, будет еще. Спасибо. Вопрос у меня сейчас к Дарье или Сергею. Скажите, вы предлагали присоединиться к хакатону, например, представителей харьковских СМИ, вот таких вот классических? Если да, то как они реагировали, собственно, есть ли у них желание развиваться дальше? Ми спілкувалися більше з приватними ініціативами, тобто з списком з партнерів, які є на сайті. Ми з цікавістю спілкуємося, у нас є в команді дівчина, яка співпрацює з класичними медіа. Просто у нас є специфіка з нашими медіаканалами, бо зараз відбувається реформа медіа, вони там реформуються, вони самі шукають себе або не реформуються. І нам цікаво створити, можливо, альтернативні якісь платформи, щоб люди могли експериментувати на них. Бо, наприклад, нещодавно приїжджав в Харків Глібовицький Євген, який один із трансформаторів Нарадчої Раді, Національної Ради телебачення, телемовлення, щось типу такого. І він казав, що у них була велика помилка, що вони почали трансформувати медіасферу, базуючись на існуючих інституціях, тому що там є завеликий транзакційний кошт, щоб все міняти. Тому наша ініціатива, як самого стартапу, так і наше бачення в тому, що незалежні гравці мають самі ініціювати проекти і самі розвивати їх до того росту, поки вони можуть або співпрацювати на рівному рівні, або заміняти існуючі системи, модернізуючи їх. І це можливо потім, але потрібен той етап просто, коли це потрібно робити. Тому ми хочемо це ініціювати таким чином. Але з радістю будемо співпрацювати, запросити журналістів і з повагою відноситись, і шукати, як можна зробити щось крутіше, щось технологічніше, щось результативніше. Якщо можна, да, тут хочеться ще додати, що ми достатньо багато зараз спілкуємося з журналістами, журналістками, які працюють, ну, в так називаємих класичних СМІ. Многие из них как раз видят вот этот технологический разрыв, да, и сами говорят о том, что им хочется работать более эффективно, делать более качественный продукт, но условия не позволяют. И в то же время они готовы, да, там, к нам прийти и разрабатывать свои продукты, но они не могут, да, на хакатоне, например, представлять, ну, так называемые классические СМИ и выступать от этой компании, ну, в силу ряда причин. И в то же время в какой-то, ну, степени они боятся туда приходить чуть-чуть, ну, потому что их основная задача — выполнять свои функциональные обязанности. А их приход на такую независимую площадку тоже может быть иногда по-разному расценен. Ну, это вот из общения с людьми, которые там работают. Поэтому, ну, наша задача — создать просто пространство, в которое можно зайти, да, там, для развития. И при этом мы готовы, то есть это будет не одно мероприятие, которое будет проходить в апреле. В принципе, мы рассматриваем, что мы будем еще проводить осенью, и нам бы очень-очень хотелось повзаимодействовать эффективно и с традиционными СМИ в том числе. І треба додати, що специфіка хакатонів, що там не вибудовуються там нові існуючі медіаконгломерати. Це лише дуже енергетична, дуже ефективна в короткий час, в лімітованих умовах робота над прототипами. В той час можна або втілити першу, як то кажуть, ітерацію ідеї, або підсилити її. Але головна робота йде, власне, після хакатону в розбудовуванні ідей і прототипів, які формуються на хакатоні. І далі той супровід і взаємодія стартапів, які там будуть, дуже цінна між ними, щоб вони один одному допомагали і росли. Якщо це вийде, це буде прекрасно, бо будуть нові ідеї, будуть нові проекти, буде можливість підсилювати існуючий стан речей. І цього ми хочемо на хакатоні, власне. І, да, якщо можна, я недавно общалась теж зі своїм знайомим, він мені сказав: «Та ви проводите хакатон, що там його проводити? Ну, зайдіть, просто почитайте якісь презентації, написані на англійському язикі, там прописана вся методика, як це робити».
Я говорю, да, ну, все прописано, но когда ты начинаешь это делать с фокусом на то, что будет происходить после хакатона, у тебя формируется совершенно другой подход. И большинство времени сейчас мы инвестируем в то, чтобы продукты, которые будут разработаны, потом нашли свой рынок. Именно поэтому мы подтягиваем максимальное количество возможных партнеров. Мы не хотим, чтобы спустя 48 часов все закончилось. Наша цель, чтобы люди потом работали, получали деньги и, ну, развивали сферу в принципе. Поэтому, ну, хочется подчеркнуть именно, ну, вот этот фактор, который влияет на то, как мы работаем и то, что мы делаем. Спасибо. Сейчас я проверю, есть ли у нас вопросы в Ютубе. Вопросов нет? Хорошо. А тогда, если у вас есть что-то добавить. А, есть вопросы в зале? Да, хочу представиться. Зима Ольга, Харьковский национальный экономический университет. Это здорово. Как раз представитель кафедры, да, новой кафедры, которая создается, уже создалась, вернее, два года нашей кафедре. Мы, конечно, тоже, как и вы, новички в некоторых вещах, но, к сожалению, я увидела ваши проблемы в чем? В разрыве академического образования и творчества, которое сегодня присутствует у молодежи, желание что-то сделать, какую-то революцию. На самом деле, вот и Анастасия, и Елизавета, им не хватало как раз вот этих экономических знаний для того, чтобы превратить этот проект в более качественный и знать, что такое стратегия, что такое маркетинговая стратегия, как дальше этим пользоваться, тем, что вы умеете делать, хорошо делать, умеете делать. Вот поэтому мне кажется, что должна быть связь с высшей школой, с теми людьми, которые получили уже теоретические знания, потому что ваши участники этого проекта, они, к сожалению, будут набивать шишки на тех знаний, которые уже есть. Вот, Даша, вы шишки не будете набивать, я знаю, потому что вы эти знания получили. Вот, я смотрела на, мы рассылочку получили, на ваш коллектив и удивилась, там диджей присутствует, потом я поняла, для чего вам диджей в вашей команде. Вот, и думала, что же он там будет делать для того, чтобы помочь ребятам раскрыть свои какие-то креативные, какие-то, может быть, наработки. Вот поэтому и еще, как бы, это пожелание. Если дальше будете развиваться, я бы хотела, чтобы, может быть, вы обратились в высшую школу, и у нас есть студенты, у которых очень много уже идей. И, извините, они знают уже теорию и не будут допускать многих ошибок, которые допускаете вот вы, там, создавая какие-то проекты, очень важное, кстати, вот то, что касается культурной составляющей, это очень важно. Степановна, это наш тоже работник, с которым мы общаемся, к ней можно обращаться, и у нее много тоже идей. Поэтому вот хотелось бы, чтобы высшая школа, она была вместе с вами, работала над вот этим серьезным проектом. Немножечко не нравится мне именно формат хакатона, я не очень приветствую, потому что мы здесь все-таки допускаем нарушения трудового законодательства и охрана труда, если вы учили, это не допускает такого. Да, вопрос такой. Возможно ли другой формат, а не хакатон? Это модное слово, сегодня очень популярное. Но для этих проектов, мне кажется, что не совсем то. Нельзя на выживание закрывать людей на 48 часов и выдавливать из них какой-то проект. То есть, как бы, я не очень понимаю. Да, это что-то сейчас очень популярное, модное. Это пришло к нам из Америки, Европа тоже подхватила, мы тоже подхватываем. Может, все-таки больше украинский какой-то проект, немножко взяв за основу их идею и так далее. Все правильно, это нужно этим заниматься. Нужно находить таких людей. Но у меня вопрос такой, возможно ли в Україні другой формат этого проекта? Дякую за питання. Пару коментарів ще до того. Лозунг хакатону – це технології як рушійна сила культури та медіа. І саме тому ми орієнтовані на хакатоні, на технології, на прототипи технологій, які можуть працювати на стикі культури, технологій та медіа. Тобто як інструменти масової комунікації. Щодо, чи може бути це там хакатон, чи не хакатон, чи це модне слово, чи не модне слово. Тобто тут не так важливо, як це називається, як важлива структура події і бізнес-модель цієї події. Наше початкове було здивування, що, як я жартую, за 12-17 років в Харкові не бувало якихось продуктових ініціатив або хакатонів, тих же орієнтованих на створення нових продуктів. І також нам цікаво
співпрацювати з аналітичними інституціями. З радістю познайомимося, сподіваюся. Але нам цікаво, і ми ще працюємо над цим, привести максимально на хакатон людей-практиків, які вже щось створили, які вже щось продають, які вже працюють або за кордоном, або менторів закордонних медіа. Чого, можливо, не буде багато цього разу, але ми сподіваємося це зробити там через півроку, рік. Тому що з нашої позиції потрібен більше, важлива, звичайно, якась академічна складова, але потрібен досвід тих, хто вже це зробив. І на нашу думку, і ця ідея виникла не від того, що це якесь модне слово, бо там якась така прикольна тема, або ми пару років займалися з ініціативою Startup Europe, яка відбувалася при підтримці Єврокомісії з питань регіонів, промоцією і дослідженням екосистем. І дивимося на це з бізнесової складової, бо одна із проблем медіареформи, яка зараз відбувається в Україні, що у нас були якісь комунальні медіа, у нас лише зараз почали показуватись власники медіа, і, наприклад, Інститут масової інформації робив дослідження, кому належить медіа, кому належить локальні медіа, і дуже цікаво співпрацювати, але хочеться принести кейси, ті, які значно вище, ніж ми можемо знайти тут, щоб вирости на їхньому прикладі і розвиватися в напрямку, який вони можуть показати. Добре. Дякую. Я зрозуміла, але Хакатон – це такий проєкт, ви сказали добре, що він поєднує технології і вже існуючі якісь проєкти, контент якийсь. Хакатон – це, як можна на російський перевід, да? Подразумевает, в том числе, вот вы сказали, что ночевка на месте, ну, проекта. То есть вот я с этой позиции, что может быть, пусть они приходят туда, это будет, например, прийти там до 10. Мы не можем никому ничего забороняти або змушувати, мы задаємо лише формат. Якщо людина захоче піти, ми трохи засумуємо від цього, бо це буде менш ефективно, бо саме лімітовані умови і чіткий, не така, високоенергетичний ресурсний стан дає людям можливість зробити більше за 2 дні. Ну і по моєму досвіду на декількох хакатонах, включаючи там Грінкубатор або Гап Челендж в Дніпропетровську, саме спільнота, високоенергетичний стан і лімітовані рамки дають людям можливість мобілізувати внутрішню енергію, щоб зробити. Це набагато, на мою думку, краще, ніж бла-бла-бла форум 2 дні. Ну, да, і хочеться теж додати, що в течение хакатону у нас там будуть і тренінги, і відкриті лекції, на які можна просто прийти і послухати, посмотреть, що там відбувається. Тобто ми так плануємо, щоб там було 2 формати. Хакатон – це для людей, які добровольно приходять для того, щоб розробити свій продукт або усовершенствувати свій продукт і прямо от хочуть проработати там 48 часов. Тобто це їх бажання. Мы просто создаем условия для того, чтобы это можно было реализовать. Но также есть опционные, да, такие функции, как лекция, семинар, тренинг. Можно приехать, послушать, поучаствовать. Спасибо вам большое. Я думаю, мы можем заканчивать. Вы, Дарья, вы хотели сказать какое-то завершительное слово, да? Я очень хочу пригласить людей, которые нас сегодня видят, людей, которые об этом услышат, к нам на хакатон. Потому что это замечательная возможность, когда можно найти своих коллег, найти в экзистенциальном смысле себя, понять, что нравится, в чем и как ты хочешь работать, и запланировать и стратегировать свою жизнь на ближайшее будущее с тем, чтобы получать хороший доход и работать в сфере СМИ. И у нас есть замечательный сайт, который мы разработали, он называется nasnagamediahack.org. Там можно зарегистрироваться и оплатить участие, посмотреть, кто у нас будет менторами, кто является нашими партнерами, и ознакомиться с программой, которую мы предлагаем. Само мероприятие, хочу напомнить, что будет проходить в Театре Арабески. Их адрес – это Харьковская набережная, 6. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли и рассказали о мероприятии. Спасибо. Спасибо вам большое.